Многодетные семьи ликуют. К микрорайону Подсолнухи начали прокладывать дорогу. Сегодня груженные КАМАЗы выравнивают чернозем, а потом планируется завести щебенку. Они самые дорогие участки от начала. Потом уже подешевле. В поселке Подсолнухи выделили землю примерно 2500 многодетных семей. К микрорайону уже подведено электричество. Люди оградили свои участки заборами, а некоторые даже начали строиться. Но проехать к своим владениям в дождливую погоду владельцы не могут. Дороги не было вообще никакой. Проехать можно было только в погоду такую, вот как сегодня. Да? Когда дождик пройдет, это вообще невозможно. Распутится очень сильная. Вот. Машины очень сильно застревали. Сегодня рабочие начали выравнивать грунт и завозить щебенку. От кольца в 65-м комплексе до самого поселка 1500 метров. Работы завершить обещают до конца августа. Также задача соединиться с поселком Рябинки, которая от их бетонной дороги тянется, щебеночная дорога до улицы Подсолнухи. Вот это расстояние 800 метров, если хватит финансирования, его тоже соединят в лучшем случае. Также обещается посыпать сверху крошку асфальтную. Чтобы проложить дорогу, планируется использовать верхнее покрытие, снятое с проспекта Сюмбике. Эльвира Ермакова, Василий Киселев, телеканал «Эфир», Набережные Челны.